Добро пожаловать в камеру симулятора. Здесь вы научитесь использовать оружие Ковчега и полученные ID-сертификаты. Вы установили ID-сертификат «Рывок». Рывок позволяет уклоняться от атак противника. Пока он действует, в вас сложнее попасть. ID-сертификат «Рывок» для уклонения от вражеского огня. Повторите. И еще раз. Хорошо. Теперь вы знаете, как использовать ID-сертификат «Рывок». Это боевой дробовик. Мощное оружие при стрельбе на ближней дистанции. Выстрелы могут отбрасывать противника. В режиме прицеливания дробь в патроне сливается в одну пулю, которая сильно отбрасывает противника назад. Хорошо. Действия выполнены. Применяйте форсаж боевого дробовика против врагов в симуляторе. Обучение завершено. Заканчиваю симуляцию. ID-сертификат «Вихрь». Этот сертификат позволяет генерировать движущееся силовое поле, которое может ловить врагов и поднимать вас. Еще. Вы закончили. Используйте вихрь, чтобы добраться до указанной точки. Теперь вы знаете, как использовать ID-сертификат «Вихрь».
Уничтожьте броню противника. Теперь вы знаете, как использовать ID-сертификат «Бросок». ID-сертификат «Дефибрилляция». Дефибрилляция встроена в ваш костюм рейнджера. При получении вами летальных повреждений сертификат позволит вам провести дефибрилляцию вашего сердца и продолжить боевые действия. По показаниям испытуемых, ощущения болезненные. Хорошо. Требования обучающей программы выполнены. Вы установили ID-сертификат «Барьер». Он дает вам возможность создавать временную преграду, которая будет останавливать летящие в вас снаряды. Еще. Вы закончили. Используйте барьер для защиты от симуляции вражеского обстрела. Хорошо. Повторите. Хорошо.
знаете, как использовать ID-сертификат «Барьер». Это заряженная энергопушка, оружие с высокой скорострельностью. Наносит максимальный урон при разогреве до оптимальной температуры. Хорошо. Вы закончили. Применяйте форсаж к заряженной энергопушке против врагов в симуляторе. Требования обучающей программы выполнены. ID-сертификат Sprint. Преимущество сертификата Sprint в том, что он позволяет значительно увеличить скорость на короткое время. Повторите. Требования обучающей программы выполнены. Это револьвер «Огненный смерч». Он эффективно действует на любой дистанции и может поджигать противников. Хорошо. Действия выполнены. Применяйте форсаж револьвера «Огненный смерч» против врагов в симуляторе. Обучение завершено. Заканчиваю симуляцию. Умный ракетомет стреляет нанотритовыми ракетами, которые наносят урон по большим площадям. Ракетомет фиксируется на цели и стреляет маленькими самонаводящимися ракетами. Хорошо, теперь еще раз. Действие выполнено. Применяйте форсаж умного ракетомета против врагов в симуляторе. Обучение завершено. Заканчиваю симуляцию. ID-сертификат «Удар сверху». На короткое время этот сертификат позволяет преодолевать гравитацию и атаковать врагов сверху, генерируя мощную кинетическую волну.
прошу. Чем выше вы находитесь, применяя удар сверху, тем больше урона вы наносите противникам. Теперь вы знаете, как использовать ID-сертификат «Удар сверху». Баллистическая система «Спотыкушка» создает притяжение между целью и предметом окружающей среды. Чем прочнее связь, тем сильнее удар о предмет. Применяйте форсаж спотыкушки против врагов в симуляторе. Обучение завершено. Заканчиваю симуляцию. Это гиперпушка, мощное оружие. Ее выстрелы можно усиливать, чтобы они пробивали нескольких врагов одновременно. Очень хорошо. Применяйте форсаж гиперпушки против врагов в симуляторе. Обучение завершено. Заканчиваю симуляцию.